Прикольно, конечно. Но на улице минус один. Так, по крайней мере, показывает. Так, по крайней мере, показывает моя машина. Сегодня 13 сентября. Да, на улице действительно прохладно. Посмотрим, удастся ли мне половить сегодня на лодке. Если не удастся, то, наверное, вылезу на берег, потому что холодно. Сегодня холодно. Сегодня прям холодно. Минус один. Первый заморозки уже. Кошмар. Ну как красиво. Туман. Везде по реке туман. Поклевок пока нет. Прохладно. Очень. Ждем. Поклевывает чихунь. Пока поймал только одну. Поймалась вторая чихунь. Ага. Ага. Еще одну. Ну, в общем, поймал я двух чихуней. Пока не клюет, на донку вообще не клюет, на удочку так, очень слабо. С утра было минус один, сейчас уже градусов, наверное, 13 есть, 12-13, но очень холодно было. Солнышко вышло, стало хорошо. Ветра нет, погода в принципе хорошая, но не клюет. Хотя бы двух поймал, то хорошо. Третья чихонька. Но мне больше интересно, куда же делся бирюк. Это какой-то кошмар. Ага, а вот он, может быть, даже и бирюк. Да, ребята, это он. Вот так вот и чихонька, и бирюк одновременно попались. А вот и еще один интересный обитатель этого прекрасного водоема. Подлещик клюнул на донку. Не ожидал я его увидеть. Но он попался. Причем с той же точки, с которой клюнул и бирюк. И перед этим чихонище ушло у меня. Ну ничего. И еще одна чихонька на удочку. Ну, приятно, приятно их вытаскивать. Были бы они еще чуть-чуть покрупнее, но эти сойдут. Мужик подходил. Сказал, вообще ничего не клюет на донке. Но у меня сегодня тоже тут на донке хвалиться нечем особо. Вот на удочку ловится уже четвертый чихонь. Ветер прям поднялся. Клевать перестало. Ну и в принципе я считаю, что и так достаточно. У людей вообще ни одной поклевки. Вот, закинул донку. Сейчас сложу лодку. Все свои прибамбасы. Да буду двигаться домой. Вот и все. Вообще отлично посидел. Погода, конечно, с утра была очень интересная.